Ждет спортсменов и поклонников здорового образа жизни лыжня трассы «Сдюшор номер 2». По лыжне проехал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Лыжная база на улице Пристанционной в Чебоксарах – одно из излюбленных мест зимнего отдыха горожан. Открытие трассы в этом году задержали из-за плохих погодных условий. Снега было мало, и понадобилась помощь добровольцев, чтобы сделать лыжню пригодную для катания. Пока здесь не так много лыжников, глава республики опробовал трассу одним из первых. Хочу выразить слова благодарности им за то, что они не один день здесь работали, занимались, по крайней мере, сделали красоту. Михаил Игнатьев отметил, что любителей активного отдыха в Чувашии с каждым годом становится больше и призвал всех, кто проводит выходные дома, вспомнить о лыжных прогулках.